Да, знаю. Зайду. Вага, можно сказать, я не Ну что, правда то, что РДД-чешка никому на мой не нужна? Не, РДД резисты нужно. Я уж обрадоваться успел. Я тут. Только Вага не говори, что я в рейд пойду, я только оттуда прилетел. А ты что, типа не хочешь? Я типа на замену рычага. Там 9 ДДМ бьют, где там стоят. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Не слышно? Да. У кого есть там минута времени, кто шарит в этой в этих скринах на хату? Они там этот Барнси начинают мозги ебать. Сейчас я тебе сумрамно, скинул скрин совсем. А, блядь. И он что-то ему не нравится, блядь. Я не заливал, подожди, там 11 минут видео я залью, тебе дам ссылку. Нет, я-то уже кинул скрин, уже написал, у меня босс в таргете, скада есть, квест тоже открыт, все, что там написано, он мне кидает. Условия, опять же, то, что нужен. И он ник. Всегда кидает условия, ты просто напиши, что это имеется все на одном скрине. Ну, я там и подписал, что все есть на скрине, а мой ник, реал, все есть в приписке, ну, в шапочке. Ну, короче, сейчас посмотрим, что он. Голда тоже есть, все есть. Ну, я имею в виду, что, Войд, если там есть 2 минуты времени, посмотри, пожалуйста. Там, я, а блядь, сейчас не помню. Что тебе надо посмотреть?
Ну, правильно ли я все это оформил, скинул? А-а-а. Сейчас я тебе скажу точный путь. Ты я просто путь с телефона в 10. Я в 10 с телефона, сейчас я тебе скажу. Так, поддержка пользователей, проблемы с персонажем. И там моя эта фигня. Мосса, они всегда кидают эти правила. Угу, хорошо тогда. Ты уже начал волноваться, что он, его что-то не устраивает опять. Пирока-то Мосса. Да, вроде все нормально. Ничего себе, а что, 20 тысяч голды надо? Да. Угу. Нихера себе. Типа вендор сдается. Ну ты типа, вот скрин у тебя есть, да? Ты добавь сверху скрина и имя персонажа, реал. Скриншот у тебя есть. Скриншот убитого НПС, это второй скриншот, взятого в цели демонстрации в иконке. Так, а, вот я же кинул скрин, и у меня слева написано Мосса, вторая ката, X2 и все. Вот где ты написал «Добрый вечер», ты что есть видео, там напиши Мосса и X2. Но я чуть ниже это написал. Понимаешь, почему им надо указывать, какой именно персонаж? Может, ты его, блядь, твином бил, а пишешь с Мосса, который написан на... Ну, на скрине тоже написано Мосса, вторая ката. Ты просто Мосса, сделай... Возьми видео, видео Войда и скинь просто видео и не парься. Не, я там... Я там чуть... сообщение написать. Ник и Реалм. И я там чуть ниже написал Ник и Реалм. Я думаю, ну, после этого... После... Когда ответь. Все, спасибо. Еще скриншот сделай из книжки задания. А, вот оно, задание уже есть. Ну, есть там все. Ты неправильно, Мосса, написал. Ты написал, как я вчера, с одного скрина. Им надо, видишь, как им надо три им скрина. Им надо несколько один... скринов, да. То есть... Один скрин задания, один скрин убитого босса взять его в таргет, а другой скрин третий ДПС его и развернутый. Давайте бит, ускоримся, пожалуйста. Скинем три одинаковых, блядь. Если что, видео загружается. А что, не лишь? Короче, возьми видео, просто скинь и не парься. Ты им хуй там докажешь, что ты бил, что ты не бил, блядь. Сделали просто нормально и все, и не ебали мозги людям. Че они вот это не могут сделать квест? Все же квесты работают, че последние не работают? Больше года. Войд, что по танкам? Войд, что по танкам? Шалат, по СДВшниками пойдешь в РС-ку ХМ-ку? Да без проблем. То я чую, там с танком будет проблемы, так что лучше для них остались. Ну, я ливну, чтоб потом не минусовал. А. Ставьте шкаф. Ну, то есть я, короче, уже свободен, как я понимаю, да? Да, ты свободен. Крепость, откуда у тебя КД на РСХМ? Не, у меня не КД, у меня доступа нет. В РСХМ нет доступа? Ну тогда да, можешь ливать замены. Каску дайте. Ого, блядь, ты меня в рейд запустишь, нет? Кого там суммонить за таларан надо? Есть такие? Ты видишь то, что рейд формируется? Что тут может быть непонятного? Кирс, ты тут? Да этот порешал ты в Дисе? Восьмая группа. Это касается Юраган, порешал, Тел-Юмо.
днем бываете онлайн с ДВшниками в РСХМ? Можете сходить? Так, двое есть, отлично. Ну, Редвара тогда. Да Редвара послакать хочет, вон. Возьмем главного паладина. Красава. Мне, в принципе, все равно. А че, Редвар тоже может сходить там в РСХМ с ДВшниками? Там хантом пойдет. Ты же, Ванель, вчера, завтра пойдешь с ДВшниками, да? СЛК, да. Вот, может, вместе с ними и в РСК пойдешь? Не, в РСК я уже не пойду, я мне уехать надо будет. Ну все тогда, Рейти. Короче говоря, восьмая группа, кроме Редвара, может ли внуть с Рейти? Вы понадобитесь РСХМ у ДВРейда. Локи, тебе приор что-то позволяет забрать? Порешал тоже левая с рейда. Локи по приору что-то? Да нет, он просто не уверен, сможет пойти с ними, не сможет. В танках, значит, у нас Войд держит основную цель первого клона Эпигастрии. Второго клона Алоэ. Верче на баф и пул. Фарада. Монород. Дай Каскова все. Ой, кулак. Давайте быстрее. 25 минут осталось саппорта. Подыкадайте баф. Лапа, каска. Каску дайте под ИК. Бахните танков. Господи, блядь, чё там? А, Ванель, короче, с тебя каски по всем. Ебать, ты рофлишь, блядь? Хуёфлишь. Эпигастрия слева. Каски же есть на всех, блядь, чё ещё надо? Видишь, ДК говорит нету. Маг говорит, тоже нету. Ебать, вы чё нахуй? Быстрее! Они сговорились просто, прикалываются. По шаманам есть каски. Вон на маге. Йотан! Я здесь, я просто вернулся, я в дверь встаю. Прикол? Да, это что-то странное. Бое сильнее страдания. Рейндж соблюдаем. Клонов забираем. Эпигастрия, друзья.
Удохнул голову. Держите фигастра. Алоэ не уроните. Ну танки еще бы по краям. Алоэ, там колодец стоит, чуть-чуть подойди к колодцу и хилься от него. Вообще не понимаю, как так может быть. Держите, держите. Пытаюсь, да, фрейм большой. Все, кто сдох, заходят сами, никого не режут. Эпигастый, пожалуйста, больше так не делай, не убегай так далеко. Эпик, там наискосочек просто становишься, и когда откидывает наискосок, так далеко не... Это слишком. Либо в дерево спиной, и тогда тебя в дерево обратно. Ну что, паладин сегодня каску-то даст, нет? Каску в себя. У ПДК. И пороги. Ой, Ванилька, ты... давай быстрее уже. Пегастер, пойдем сюда. Назад. Блядь, где ДК этот, блядь, выйди куда-нибудь. Блядь, оставь, ты видишь, на желтой лисе стоит в зеленых доспехах, дай ему каску, ебаную. Че, без палипауэра там играешь? Я у него никогда не было, блядь. Палипауэр, хуйня. Топовые паладины ходят без этого аддона. То есть я. Да, и Арит без бафов тоже. Вот здесь вот. Да, что бафы. Ничего не право, павших ребафы, все нормально. Тебе ПБМ кричит скоро, ладно. Подбегаешь к нему, даешь убить. Да, сбрасывается. А кому он там что-то рассказывает? Что там все непонятно, не слышно даже. Там секретная информация для танка, вас, видимо, не касается. Ну, танковском наречии. Как письменность у медиков, да? Речь Мордора. Начинаешь читать то, что написали медики, и хрен поймешь. Пишут не для вас, а для фармацевтов, для других, для провизоров. На боссе Войд, Алоэ справа, Пегастри слева. Алоэ справа, Вера слева. Тоже вариант. Что-то там бафов нету. Алекс сразу выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Антифир по кому? Нам, Войд. Нам. На характер. На Эликса, чтобы он ДПС накручивал. Раз. Странно, тотем не снял страх. Опять эта фигня началась. Не, Поля, он один раз в 5 секунд снимает. Я понимаю. Просто, может, ты попала в пик, так что, типа, после снятия попался пик. Ты еще там стояла 3-4 секунды. Это нормально. Кис, посмотри, какой у меня топовый маунт. Видал? Сзади тебя. Войд, значит, танчит у нас тьму.
Алоэ, свет. Дороги на пул мелкого трэша на эпигастре танкуешь мелкий трэш. В РДД кемпе. В тьме первая группа. Одна, что ли? Как бы танк. Короче, тебе это вообще не важно. По хилам, пожалуйста. Первая во тьме? Нас... Да, первая группа тьма. Элбрил у нас будет, значит, с Мосой и со Штормом во тьме. В свету будет Полина, Дердре и Розария. Мне во тьму вообще заходить, чем я Розария? Нет. Ты остаешься всегда в свету. Другие хилы на вторую фазу заходят. Я тоже на захожу, я никогда не заходила. Ты же справишься, наверное. Что зайдешь? Да, я рукожоп. Мы во тьме, Вага? Это вторая группа. Ёбаный урод, ты слушать умеешь, нет? Блядь, ты сказал первая группа во тьме. Ну, одна группа будешь или во тьме? Ой, блядь, специально для тебя. Первая фаза, бьется свет. Вторая фаза, все ныряют во тьму. Кроме блядь, танка в виде Алоэ, Эпигастрия и Розария. На третьей фазе, алло, блядь. На третьей фазе первая группа тьма. Understand или не очень? Все, ладно, окей. Короче, на баф и пул. Нет, я умру, ты будешь виноват. У меня даже крест есть, а вот мне каски... Мне бы каску, пожалуйста, ванилька. Благодарствую. Значит так, Санте и Сеспа, Дейрдре. Спасибо. Делорус и Сес. Уже кинул. Казум и Сеспа Элбрилу. Казум помоси. Мне сейчас кидали. Кидали каску? Верчи на баф и пул. Твою цель выдели в Ниэль и дай туда каску. Быстро. Твою цель? Мой таргет. Взял и дал туда каску. Быстро. Или даю ГП. Да я дал тебе каску, блядь, чё тебе надо? Мою цель, блядь, мой таргет, вы... Да что ж ты такой глупый, ты ёбаный в рот? Жень, подыка. Ох, блин, ты можешь есть каску. Мои цели. Дай ему ещё каску одну, дай, блядь, вторую. Он двухголовый, ему надо две каски. Что-то мне кажется, что скоро Вага будет пить нахуй перед РТ, блядь. Теперь каску помойся. Перебежали. Я здесь понял, он стоит полчаса. Чунуэн! Стоит полчаса. Пизда тебе! Я ждал, я посчитал 7 секунд и после этого здесь понял. Я не знаю, что он стоит. Бежали. Не под морды, аккуратно перебег. Метка вышла. Здесь понял. Ура. Чунуэн, поднимаешь Делоруса. Резко. Зубы по войду. Большой сыграть. Находите. Я тебя люблю. Зачем мне зубы?
Двигаемся. У нас тут не зашло пару человек. Скажите, когда мы... Зашли. Стоп! Стоп, дамаг. Хорошую хуйню всякую кидать. Дамажим. Захиловай. Бежали. Свет, стоп. Прибежали. Бить. Прибежали. Свет сильнее помог. Был в двух мирах. Бежали, резче. Захил, захил. Интересно. Кто сорвал? Кого сорвал? Босса. Не знаю, может таунт нажали. Возможно, это было пегасты, потому Вага, что я снопнул, нажал вихрь, и он сразу же перегакнул. Еще раз спрашиваю, кто в свету сорвал босса? Это может быть мастаунт, либо точный таунт у кого-то. В рекаунте посмотрите. Ну ладно, признаваться не будете, потом... Я же говорю, возможно, Пегастри сорвал из-за того, что я с ним в него напулил. Но это только возможно, потому что я нажал вихрь, и он сразу же сорвался.
Может, дамага сорвали? Когда выходит мир, дамага. Я точечно играю по большому. Пегас просто не убить. Такой плохой танк, чтобы тыкать там. Убили же, ну чего? И это не важно. Женуэн свою порцию ГП выхлоп. А дальше я просто найду, кто сорвал, и тому тоже порцию выделю. Что там с пластиком? Народ темный. Ну, тут сейчас все не дают. Что там у вас? Сука, оставьте хотя бы поручню, блядь. Это самая большая редкость. Очень редкий плащик, да? Сантеджи ГЦ. Редкие, да. Вак, давай сюда, братан. Но они, кстати, чаще падают, чем, допустим, та же чешка хиловская. Ванильку тебе прям крайне повезло. Вот, видишь, а ты не хотел брать меня, блядь. Чувствовал?